А вот сроки сдачи детского сада «Ручеек», похоже, будут соблюдены. Во всяком случае, об этом заявляют в департаменте образования. Надежда Гудкова рассказала, что все работы идут по графику. Строители все делают качественно, и нареканий к ним у заказчика нет. Это даже несмотря на то, что реконструкция сада длится уже год, и что в самом ее начале проблем было немало. Приходилось переделывать проектную документацию и вносить в нее незапланированные изначально работы. Но уже сейчас, подчеркивает Гудкова, опасений, что сад не будет сдан вовремя, уже нет. Это настолько красочный, настолько качественно проводятся ремонтные работы. Я думаю, что наши родители и дети будут очень довольны. Мы делаем все для того, чтобы своевременно начать учебный процесс.